Вы вообще в курсе, кто я? Полиция! Покажи мне свои руки! На землю! Лечь на землю! Хорошо, скажите мне что-нибудь. Здесь мы задаем вопрос. Мне просто любопытно, что привело вас сюда? Долгая история, много неожиданных поворотов. Без сомнения. Без сомнения. Я Николь Стил из Министерства юстиции. В городе с населением 600 тысяч полицейские рапортовали о более 300 тысяч задержаний за последние 5 лет. Вы, ребята, упекли за решетку столько людей, что мы не можем положиться на суд присяжных, которые готовы доверять всему, что говорит полицейский. Мог ли быть момент, когда полицейский выполнял свою работу таким образом, что вы согласились бы с выводом о том, что его следует уволить за агрессивное поведение или жестокость? Безусловно. Так было такое? Мы делаем свою работу. Люди что, хотят, чтобы мы перестали их охранять? Люди хотят, чтобы мы делали это без побочного ущерба. Вы знаете, что балтиморские копы, на которых нет жалоб, делают каждый день? Нет. Они, черт возьми, уже не полицейские. Вы не можете винить только копов. Мы служим политикам, которые преуспевают в жестокой борьбе с преступностью. Когда меня восстановили, то отправили в подразделение, состоящее из кучки больших жуликов во всем департаменте. Вот эти люди, мои детективы, мы все делаем по правилам. Война с наркотиками оправдывает многое. Это неблагополучный полицейский департамент, который рассматривает подотчетность как слово из трех букв. Я давно предупреждал вас о федеральном расследовании. Всегда ходят слухи о федеральном расследовании. Такого дерьма здесь нет, это Балтимор. Это продолжается уже давно, мы просто следуем за главным. Потеряю ли я работу из-за этого? Оглянись вокруг. Мы сами создали эту машину, в которой одна половина этой чертовой страны, имеющая деньги и власть, пережевывает другую половину, у которой не было ничего изначально. Смотри, как это работает. Я учу этих молодых ребят быть хорошими, честными копами. Начали! Полиция! Остальное зависит от них. Я не грязный коп. Мы владеем этим городом.